пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде снега, на юге дождь. Сохранится аномально теплая для февраля погода. Днем минус 1, плюс 1, ночью минус 1, минус 2 градуса. В Сызрани на небе облака и небольшой снег. Днем нулевая температура, ночью минус 2 градуса. Ветер западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, утром снег, днем 0 градусов, ночью минус 2. Западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен снег, днем минус 1, ночью небольшой снег и минус 2 градуса. Ветер северо-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.